Молодой человек. Молодой человек, Хабаровск. Уже все вышли, только вы спите. Тоже мне событие. Слушай, друг, это что, действительно Хабаровск? Тебе куда надо? Это точно Хабаровск? Хабаровск. Я люблю тебя, Хабаровск! Хабаровск большой. Точнее адрес подскажите. А, чего? А, точно. Мне в Дом культуры надо. Ну так бы и сказали. Здравствуйте. Кого надо-то? Тут такое дело. Я журналист. Мы делаем материал о выставке восковых фигур. Пожалуйста, мне бы на выставку взглянуть. Далась вам эта выставка. Прям все как с цепи посрывались. Ну что уставился? Нету тут твоей выставки? Нет? Как? А куда же она подевалась? Никуда не делась. Ее тут и не было. Нет, подождите, подождите. Вы что-то путаете. Выставка должна быть здесь. Это ты путаешь. Ты живешь где? В России, да? Ну. А в России как у нас? Должны привезти сюда, а отвезли туда. Куда туда? Комсомольск на Амуре. Ой-ё. Алло, соскочила. Да потому что выставка эта грёбаная сюда не приехала. Раздолбайся сплошная. Все концы перепутались. Знаю. Тут крутится этот журналюга. И что? И нечего на меня орать. Разворачивай. Здесь нет разворота. Разворачивай, говорю. Давай, разворачивай. Ой, что ты? Что ты? Да, правила. Держи руль, дурила. Где они теперь, твои правила? Затормози. Ага. Вот он, красавец. Пасем его. Только не светись. Понял. На вокзал. 100 плачу. 200. 300. Поехали. Такое шумное дело было. Дело Ваганяна. Неужели не слышали? Нет. Рубен Ваганян, выдающийся ювелир. Так вот, в 1956 году на него было совершено нападение в поезде Ереван-Москва. Дело в том, что с собой он вез очень ценную вещицу. Называлась она «Золотая гора». Гора золота? По цене, да. На вид пасхальное яйцо, изготовленное по заказу Николая II. 200 грамм чистого золота, инкрустированное драгоценными камнями. Сделано из цельного самородка. Самородок добыт под Печорой. Вместе с таким же названием «Золотая гора». А что, Гольберг пытался убить Ваганяна? Только ограбить. Оглушил и все. Ему в ишак ломился, или пятнашка минимум. Но дело неожиданно развалилось. Главный свидетель в отказку пошел. А фамилию свидетеля вы случайно не припомните? А чего мне ее помнить? Вон она, в деле. Арефьев Евгений Михайлович. Очень интересно. Старики-разбойники. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Не подскажете, когда ближайший поезд до Комсомольска на Амуре? Подскажу. Полчаса назад. Понял. А когда следующий? Завтра. Как завтра? Девушка, мне сегодня нужно очень. Ну и чем помочь? Опять понял. Мужчина, билет брать будете? Да-да-да. Волков, ты все перепутал. Цветы женщине дали до постели. Лучше поздно, чем никогда. Можно войти? Ира, ты когда уезжаешь? Уже скоро. Может, останешься? Может, ты останешься? Нет.
Мне еще надо... В общем, я боюсь, что... Боишься, что привыкнешь? Ну вот и я боюсь. Поэтому уезжаю. Ну не сердись. Просто так надо. Я знаю, так надо. Поэтому вали. Мама, а только вали. Без рук. Вали, вали. Вали, вали. Ребят, вам чего, закурить, что ли? Что делать-то? Кончать мента надо. Тебя не спросили. Не велено. Куда мы его денем? А сами куда денемся? Кто его искать будет? Он же без погон. Частник вшивый. Ствол хороший. Да и чистый наверняка. Посмотри, он там еще жив. Живой. Господи. Я тут у вас цветочки оставил. Решил забрать. Сейчас, господи, надо же. Проходи, садись. Я сейчас. Подонок. Мразь. Убью скотину. Кого? Витьку. То-то я смотрю, чего это они меня возле твоего дома пасли. Я вроде проверялся, слежки не было. Это узнаю, братца. Знаешь, сколько раз он так моих ухажеров метелил? И нет бы сам. Кишка тонка. Наймет подонков, а сам вроде ни при чем. Но ничего, я ему устрою. Не надо ему ничего устраивать. М? Виктор Аркадьевич! Мама дорогая! Это кто же нашего волкодава обидел-то? Ирка, что ли? Виктор Аркадьевич, на 5 минут буквально, разговор есть. Спасибо, не хочется. Повесткой вызывай. Ну какой повестки? Я же частник, у меня и прав-то никаких нет. И потом наш разговор юридической силы иметь не будет. Так, поболтали, разошлись. М? Не будет, говоришь. Но если без протокола и последствий, то... Пошел бы ты, сука, ментовская, нахрен. Я еще раз твою поганую рожу увижу, в милицию заявлю. Я сказал, что без протокола. А вот что последствий не будет, я не говорил. А раз без протокола, то последствия будут такими. Я сейчас выйду из машины, возьму тебя за шиворот и пару раз харю твою вонючую об капот приложу. Вот последствий не будет, а больно будет очень. Ты мне веришь? Похищение не похоже. Зачем мы здесь? Поговорить. А в машине нельзя? Вот именно здесь убили твоего отца. Здесь умер человек, без которого тебя бы не было.
Если есть что-то, что тебе известно об этом, и ты мне сейчас не расскажешь, то всю оставшуюся жизнь гнилого наркоша тебе будет дерьмово. Очень. Кончай балаган. Тоже мне шаман. Что ты мне шьешь? Я ни в чем не виноват. Витя, есть один способ узнать, врешь ты или нет. Я тебя сейчас спеленаю без звука и отвезу туда, где тебя никто никогда не найдет. Бить будешь? Еще не хватало. 3 дня без дряни, и ты станешь такой разговорчивый. Тебя будет не заткнуть. Что тебе известно? Да то же самое, что и всем. Шел домой. Напали, ограбили, избили, умер. Это дикость, конечно, но по сути. Это несчастный случай. С каждым могло произойти. То есть ты ни в чем не виноват? Виноват, конечно. Но не буквально. Мы с отцом в последнее время... Ну, совсем никак. Ну, кто же знал, что это случится? Всех несчастных случаев не предусмотришь. Кроме тех, которые делаешь своими руками. Или не своими. Ведь ты подумай, как жить ты будешь. Служебные ключи. А вы из какого вагона? Я? А я товарищ тут еще. Ай да Волков. Черт. Алло, нам нужно встретиться. Встретиться, я говорю, и срочно. У тебя что, совсем со слухом плохо? Я сказал срочно. Ты меня не учи, чего мне делать, а чего не делать. Давай, у меня дома. Нет, стой. Лучше в офисе, все, жду. Ты мне нравишься все больше и больше. Фух,
тоже мне тайна. Нахал. Мог бы сказать девушке что-нибудь приятное. Девушка перебьется. Ей мужской пол. Все приятное сказал уже на много лет вперед. Волков. М? Скажи, что я тебе нужна. Алло. Петь, привет. Это Соколов из 76-го. Что случилось? Ну, ты просил, если что, по городу, сразу тебе. Короче. Виктор Гольдберг. Передоз, похоже на самоубийство. Есть предсмертное письмо с признанием в убийстве отца. Твою. Здорово, Волчара. Какими судьбами? Мимо ехал. Что тут у вас? Передоз. Письмо где? Держи. Вот и плоди после этого наследников. Родного отца в расход. Спасибо. Полное признание. Нанял каких-то козлов напугать отца. Думал, старик поймет, что дела плохи, и рассчитается с его долгами. А ребята все сделали не так. Перестарались. Где их теперь искать? Не надо никого искать. Я устала. Здравствуйте. Так, скажите мне быстро, куда уехала выставка восковых фигур? Никуда. Куда она денется? Ну ладно, ладно. То есть вы уверены, что она никуда не уехала? Она здесь, да? Например, не в Китае и не на Камчатке? Мозги не компостируйте. Будете брать билет? Буду. Молодой человек, носочки, носочки, чисто шерстяные, берите. Здравствуйте, дедушка. Здравствуй, сынок. Не продадите мне свою трубку? Нет, олень мой, не продам. Кто олень? А, ну да. А чего, дедушка? Я ведь вам заплачу много. Сколько? 100 рублей. Нехорошо, олень мой, смеяться над старым уйгуром. 5000, сынок. Сколько? Да ты охрени... Ах,
редкой чистоты здесь люди живут. Дедушка, это очень много. Нет, олень мой яснокрылый. Это нормально. Угу. Олень с крыльями. Что ж ты такое куришь, дедушка? У меня нет таких денег. Значит, тебе не нужна моя трубка. Мне нужна ваша трубка. Очень нужна. Вы даже не представляете, как она мне нужна. Но вы просто небожескую цену просите за эту деревяшку. Сынок, во-первых, не дороже денег. Во-вторых, отвали, коль для тебя это деревяшка. Вот и поторговались. Держи. Посчитай. Я верю. Давай. У меня есть еще нож костяной. Не-не-не-не-не. Спасибо, спасибо. Дедуль, ищите другого оленя. Хорошо, сынок. Молодец. Мне бы такого оленя. Помогите! Помогите кто-нибудь! Что вы тут делаете? Что я делаю? Загораю, не видно, что ли? Ну, что вы смотрите? Ну, возьмите, снимите его с меня. Цел? Фу, да, вроде. Я не вас спрашиваю. Фу, вроде все на месте. Да мы вас оштрафуем сейчас. Что? Это я на вашу галерею в суд подам. За что? Как за что? У меня шок, понимаете? Шок! Дайте дорогу. Давно ждешь? Минут 40. Извини, задержался. Пробки. Можно я руки не буду поднимать? Оружия у меня нет. А на ствол кидаться мне мама запрещает. Слушай, а ты молодец. Как гостиницу вычислил? Ты парень видный, тебя сразу вспомнили. Понятно. Можно я тихонечко положу? Трубку. А, конечно, да-да-да. Вам ведь позвонить надо, да? Кончай Ваньку валять. Трубка Сталина где? А, не знаю. Я так полагаю, что у Сталина. А может быть, в крайнем случае, знаете, у Хрущева. Я вас предупреждаю, у меня первый дан по айкидо, поэтому поосторожней. Какой ты шустрый, а? Ты что ж думал, я сдох, да? Не то чтобы, но в глубине души я питал некоторые надежды. Я сейчас тебе душу вытащу вместе с надеждами. А я, главное, приперся на выставку, а там переполох. Какой-то придурок уронил Сталина на пол и заменил его трубку на какое-то... дерьмо. Фу, ничего себе дерьмо. Я за это дерьмо, между прочим, 5000 отдал. Так, сам отдашь. Или еще раз узнать. Все, сам, сам. Сейчас. Сам. Не маленький уже. Так. Где же она у меня? Вдруг где-то. И что тебе опять непонятно? Я пробил по базе номер, по которому перед смертью звонил Виктор. И знаете, чей ты номер? Арефьева. Это еще ничего не доказывает. Они были знакомы. А потом Виктор мог иметь к нему дело. Какое? Нет, Женька, конечно, он мужик мутный. Но вредить так сыну своего лучшего друга. Что же теперь делать? Ай. А где это твой хваленый бульдог от журналистики? Уважаемый,
Здорово. Красиво. Я тебя тоже люблю. Трубку привез? Дома поговорим. Понятно. Поехали к Ирине, по дороге расскажешь. Ирина? Ира, ты где? Здрасте. Я скоро. Ай-яй-яй. С клиенткой? Петь, непрофессионально. Слышь, ты профессионал. Тебя послали пластилинового дядьку ограбить, а тебе самого чуть не грохнули, да еще и ограбили. Может быть, и ограбили. А что толку-то? Понимаешь, я когда из музея вышел, сразу почувствовал, что какая-то подлянка будет. И на последние 3000 купил еще одну трубку у старика. Он мне за повторную покупку сделал скидку. Так что парень, может, меня и ограбил, но только все без толку, Петь. Трубка Гольдберга. «41 Нибелунги, числа 10-33-22. Ну, что еще за 41 Нибелунг? Это не 41 Нибелунг. Это сейчас. Так вот. 41-й том энциклопедии Нибелунги. Ну-ка, ну-ка. Приехали. Ладно, давай попробуем. Какие там числа? Числа? 10-33-22. Мимо. Скажите, Ир, а ваш папа религиозен был? Да нет, я бы не сказала. Но в последнее время он Библию часто читал. Ветхий Завет, разумеется. А еще мы с ним на ней гадали. И как это? Ну, он раскрывал наугад, я называла строку, потом наоборот. Потом пытались вместе толковать. Такая игра. Ему нравилось. Не строку вы называли, а порядковый номер строки. Так, 4-я книга Моисеева. Числа. Значит, что у нас? 10-33-22. Что такое 10? Ну, только не страница. Верно, глава. Угу. Так, глава 10. Дальше 33. Строка не получается, нет ли на этой странице? Стих. Стих получается. 33 стих, вот он. Ну, а 22... Слово. Вот оно. Так, а вы говорили, что я ни на что не способен, кроме как шашкой махать. Заткнись, давай сюда. Ирин, ну как вы с ним общаетесь? Совершенно невозможный грубый тип. Вот. Хм. Недолюбливает он тебя, Волков. Слушай, ты кошек в детстве не мучил? Ну вот же, 22-е слово. Усмотреть, что опять не так? Может, не целиком слово, а только то, что на этой строке? Усмотреть, что ли? А почему бы и нет? Так, смотри. Строка заканчивается знаком переноса. Видишь черточку? Как раз 6-й знак. Ну, смотри. Опа! Ир, твой адрес, что ли? 5798. Отлично. Гора родила мышь. В смысле? Ну что в смысле? Стоило нам столько с тобой корячиться, чтобы узнать адрес и номер квартиры, где мы находимся? Вот из-за таких, как ты, наша журналистика находится там, где она находится. Номер квартиры другой, Пинкертон. Это под нами. Вот что за цифры? 5798. Не понимаю. Здравствуйте. Не разбудили? Ничего, а вы простите... Я ваша соседка сверху, дочка Аркадия Соломоновича. А, слышал. Такое горе. Проходите. Угу, спасибо. Присаживайтесь. Слушаю.
Скажите, мой папа у вас для меня ничего не оставлял? А что вы имеете в виду? Ну, какую-нибудь вещь. Или пакет, письмо. Может, сумку? Я, простите, не понимаю. Тут вот какое дело. Аркадий Соломонович перед смертью успел сказать дочери, что спрятал у вас некую вещь, принадлежащую ей. Не были бы вы столь любезны отдать дочери ее имущество? А что отдать-то? Милейший, ну вам виднее. Да мне пока видно, что вы какие-то странные. Пришли. Требуете того, сами не знаете чего. Вы посидите минуточку, а я милицию вызову. Ну зачем милицию? Мы сами милиция. Слышь ты, Пенек, давай по-хорошему, а? Отдай и разойдемся. Поверь, так будет лучше. А то ведь понаедутся скорее, перевернут здесь все вверх дном. Кому это надо, а? М? Да пожалуйста, пусть переворачивают. Ладно, пойдем. Пойдем. Извините. Пять, семь, 98. Так вот с этого и надо было начинать-то. А то за грудки ментами пугать. Сдурели, что ли? Ничего себе! Эта штука, именуемая «Золотая гора», оценена экспертами Эрмитажа в 2 миллиона долларов США. Да, только я не понимаю, почему в записке было написано слово «Гольдберг». Потому что Петя Гольдберг – это и есть «Золотая гора», которая, если я не ошибаюсь, находится перед нами. А все-таки вы ее нашли. А где она была? А вы разве не знали? Что вы? Откуда? Обычно мои коллеги из уголовки делают так. Сначала обвиняемому дают хорошенько завраться, а потом начинают его ложь опровергать. В итоге человек садится гораздо прочнее. Но в память о вашей многолетней дружбе с покойным, так и быть, сделаю для вас исключение. Вот это было приложено к Золотой горе. Что это? Письмо Гольдберга к дочери Ирине. Родная моя девочка, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Значит, судьба моя такая. Я сделал все, чтобы мои дети ни в чем никогда не нуждались. Есть одна вещь, которую я искал всю жизнь. Она называется «Золотая гора». Это настоящее произведение ювелирного искусства. И вот совсем недавно я ее нашел. А дальше началось самое страшное. Женька Арефьев стал требовать свою долю. Ты что, шутишь? Какую тебе еще долю? Мою. А с какой стати? Аркашенька, мы всегда все делали вместе и делили пополам. И я считаю, совершенно справедливо. Жень, ты что, ты в своем уме? Ведь это же Золотая гора, я ее всю жизнь искал. И я тоже. Что ты тоже? Искал. А кто ты такой, чтобы требовать? Аркашенька. Когда в 56-м году я не дал против тебя показаний, ты меня не спрашивал, кто я такой. Еще бы ты их дал. Ты же вместе со мной пытался украсть эту гору. Я Ваганяна по башке, ты на шухере. Так что ты
прямой соучастник. Нет. Нет, Аркашенька. Я шел чистым свидетелем. И я бы мог тебя сдать со всеми потрохами. Я тебя от такого дела отмазал. А ты передо мной коллекционера разыгрываешь. Ты не лучше меня. И я считаю, что имею полное право. Вот тебе твои права. Понял? Аркаша, не надо со мной так. Я тебе не Витька. Ну-ка, 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 ну-ка. Раздавлю. Жень, иди-ка ты отсюда. Последний раз спрашиваю. Половина горы моя? Дырка от бублика. Доченька, берегись этого человека. Если ты читаешь это письмо, и меня уже нет в живых, скорее всего, это его, подонка, рук дело. Дайте ко мне посмотреть. Что за бредятина? Ну, отчего же бредятина? Все так и было. Лучше вы друга замочили, и его сына тоже. Да вы что? Ну, из-за какой-то Аркашкиной паранойи вы меня в убийцы записали? Ну, знаете. Товарищ милиционер, хорошо придумали, очень хорошо. Это ловушка. Только это ловушка для лохов. Если письмо Ирине, то как же Аркаша мог быть уверен, что письмо попадет к ней? Во-первых, она ничего не знала о выставке. А во-вторых, если бы не нашлась трубочка, то никто никогда ничего бы не узнал. Точно. Вас не проведешь. Данный документ час назад эксклюзивно для вас написал лично я. Ну, при помощи литературных способностей моего скромного коллеги. Ну, попытка не пытка. Евгений Михайлович, а откуда вам известно про выставку? И о том, что письмо было в трубочке, я тоже ничего не говорил. Разговор окончен. До свидания. Ну что ж, на большее я и не рассчитывал. Все прояснилось. Только не признается он никогда. По крайней мере, нам. Алло, дед? Да, это он. Все-таки проговорился. Записал, конечно. Женя, здравствуй. Ты бы хотел знать, что там сейчас происходит? Ты знаешь, Саш, я мало чего боюсь. Но я бы сейчас хотел вообще оказаться как можно дальше от этого места. Ну как там? Поехали к Ирине. А Арефьев признался? Признался. И вы его отпустили? Он смерть Аркашкина уже искупил. Чем? Умер. Дед, я прошу прощения, ты его бил? Пальцем не тронул. Хотя очень хотелось. Он сам. Сердечко-то уже не то. И знаешь, что самое странное?
Он плакал искренне. Ведь Аркашка, это же вся его жизнь, молодость. Ему действительно было жалко. Убивать его. Напарничек, держи, твоя волчья доля. Что это? Юрка твоя перед отъездом раскошелилась. Ну а как же, она же тебя нанимала, значит, положен гонорар. Я не возьму. Она знала, что ты не возьмешь, поэтому дала их мне. Держи, говорят. Нет. Хорошо, возьму себе. Нет. Мою долю вернешь ей. Я проверю, понял? Так, ну и где? Что где? Пленка где? А, ты все про это. Слушай, Петька, ты такой злопамятный. Так нельзя, честное слово. Я, ну нельзя так. Саша. Да? Не буди лихо, пока оно тихо. Гони пленку. Хорошо. На, не плачь. Не понял. Что ты сейчас не понял? Ты же сказал, что она в парке спрятана. Ну, мало ли что я говорил. И где она была все это время? В кармане. Я же тебя обыскивал. Сейчас. Вот. Хреново обыскивал. Ах ты сволочь. А нахрена ты меня просил лопату взять? Петь, она тебе так идет. Я предупреждаю. У меня первый дан по айкидо. Нас не догонят!